Les Parfums de Rosine, французский нишевый бренд. Марка была основана в честь старшей дочери, вот, Rosine. И в основном марка культивирует розу, цветы роз. То есть очень много роз различных, и летняя роза, и роза с лотосом, есть роза глэм. Очень много розы, оттенков розы, которые вот в этой марке представлены. Много есть очень красивых ароматов, и действительно иногда хочется розы. Наедаешься иногда какими-то тяжелыми ароматами или что-то одно и то же, и хочется в корне изменить. Обычно это весной, летом, хочется розовых каких-то бутонов, каких-то звучаний. И великолепная марка, просто надо о ней говорить, и надо ее, ну, понимать и любить.